Всем привет! С вами FIFA Ванга. Во вчерашних матчах FIFA 18 несколько сплоховала. Если в паре Уругвая и Франции была угадана команда, прошедшая дальше, то в матче Бразилии и Бельгии все вышло совсем иначе. А сегодня мы предложим игре спрогнозировать результат поединка Россия-Хорватия. Этот матч не нуждается в лишних представлениях. Сборная России продолжает свое историческое шествие по Мундиалю и готовится в очередной раз переписать историю. Ставь лайк, если веришь в команду. Посмотрим, как оценивает шансы России FIFA 18. Оставляйте в комментариях и ваши прогнозы на этот четвертьфинал. Итак, к матчу. Хорваты сходу пошли вперед. На 5-й минуте Акинфеев выручил после удара Манджукича из пределов штрафной. Спустя 10 минут вновь в центре внимания оказался Манджукич. Марио нашел в штрафной Модрича, и хавбек Реала открыл счет 0-1. Еще один момент создала связка Модрич-Манджукич, но форвард хорватов переиграть Акинфеева не сумел. У России в атаке пока не получается абсолютно ничего. А вот на 38-й минуте хозяева могли сравнять счет. Черышев вывел Головина на ударную позицию, и Александр выстрелил в перекладину. Повезло хорватам. Первый тайм завершился с минимальным перевесом Хорватии. Кстати, если хочешь быть в курсе всех самых важных футбольных новостей с чемпионата мира и не только, подписывайся на канал Inside. Новые видео там выходят каждый день. Оперативно, четко и достоверно обо всем самом главном. Присоединяйся, ссылка в описании. Вторая половина началась с дальнего и неточного удара от Головина. Хорватия не спешит атаковать большими силами. Их такое развитие событий устраивает. На 63-й минуте сейв Акинфеева спас Россию от пропущенного мяча. Вышедший на замену Миранчук на 75-й минуте упустил прекрасный шанс отыграться. Опасный навес от Фернандеса прервал защитник хорватов. Удается им сдерживать все атакующие потуги России. До конца матча забитых голов мы больше не увидели. FIFA 18 предсказывает минимальную победу хорватов. Как все будет на самом деле, узнаем очень скоро. Ставь лайк, если будешь смотреть матч Россия-Хорватия. Пиши в комментариях свой прогноз на него. И не забывай подписываться на наш канал. До скорого!